Сегодня у нас 19 августа 2018 года. Вот у нас братья приехали. Сергей Павлович с братом Виталием. С поездки. Ездили на показательное выступление по дрессировке собак. Ну что, брат? Что, брат, смс я так не дождался. Как это я тебе послал? Послал? Да. Только написано было отправлено, а доставлено не было. Значит, не дошло оно. Ну и чё? Как, хоть оправдалась поездка-то? Конечно. Ты чё, его подарками завалили? Мир вам, Игнатий. С приездом. Аллилуйя. Ну и как? Добрый день. Добрый день. Аллилуйя, всё. Ну что, давайте за стол. Мы как раз только сели. У нас два карася оставалось для вас. Мы говорим, все равно не приеду, чтобы не пропадали. Я только голову оторвал ему, даже не поел. Так что ваши караси. Заходите. Собачек. Да там собаки, иди снимай. Заходи, давай. Ну что, велосипед? Сохранился? Поставили, один не могли подшипник поменять, но тот, который рассыпанный, поменяли. Так это? Угу. Не знаю, вы не, они не зря ездили, что-то дали им какое-то, а? Да. А. Ой, ой. Там призов вот так вот, ну... Очень много выигрывал я. В медалях там все. Он не расслышал. Завтра все покажешь с ними. Сегодня уже поздно, да? Ну что, он руку-то мою нюхает, потому что рыбой пахнет. Это я приготовил-то рыбу-то. Надо им дать. Свежая рыба. Только сейчас я пришел. Ой. Значит, вы там известные оказались. А, известные оказались, а? А мы шарика взяли с собой на малину, он удрал в деревню. Ну что, а? Ой, ураган, ураган, я руки не хочу поганить. Ой. Ну что, что такое, а? Вот, это шарику под воду, шарику. Шарику под воду. Может, у нас есть, что у нас нет. Мы не будем брать. Выиграли, куда их девать? Нам мне не надо, они мелкие. Возьмите кого-нибудь, подарите там. Кошки там. Все три отдаешь? Да. Дарю. Надежда Васильевна. Ну давайте, вылазьте. Уже отвязаны и лежат. Вот молодцы. Смотри, не привязанные. Привязанные. А я думаю, не привязанные. Лежат, лапы свернули. Утрясло, наверное. Лежали бы они тут. Ой-ой-ой, да намордники на них надевают. А. Особо опасные. Ну никаких проколов не было. А. Проколов. Ну резкие такие замечания, что-то неправильно они делают там, агрессивные. Ну, был прокол, как бы. Да не было, Сергей. Ну, когда задерживали-то, не повалили хоть одного дурака? Задержание нормально, охрана вещи у урагана. Там спорный момент возник, что, ну, сказали, что он не охраняет вещь, ураган. Да. Вот. Ну, они не по правилам сыграли. Иди, гуляй. В правилах одно написано, я ему объяснил все, что как. Ну, вон. И они согласились? Нет, ну вещь забрали они, забрали вещь. Я не стал с ними спорить, он обманулся. Что забрали? Вещь, поставил вещь, сумку. Говорю, охраняю, ушел, прихожу, вещь забрали. А правило одно, он не должен охранять, все правило. Нет, не все, Игнатий. Да как что не все? Ну по правилам, а вещь утащили тут. Нет, есть спорт, есть правила, так и ну, правило такая, вещь это понятно, что он должен охранять и должен отдавать. Он не отдавал, он же укусил, а вещь все равно забрали. Ну ладно. Да потом разберешь на видео. Ну, видео-то там. Ну там будет выставлено. Пошли за стол. Все. Слава Богу. Живы, здоровы. Господь милостив.
ждал помидоры. А тебе голову оторвал у карася. Оказывается, они приехали. Я голову назад положил. Даже не покушал. Так, я с помидорами расправлюсь и пошел домой. Сушеная рыбка вот и деликатес. Ты свет-то зажигаешь. Давайте. Не прокисло, да? Ну ладно, слава богу за все. Так что, заканчиваю? Да. Вам показать рыба сушеная. Да я показал. Вот сегодня же можно, да? Да, сегодня рыбный день. Деликатес. Мы всем хвалили эту рыбу, рассказывали. Все, давай, включай.